Ну а пока Ростиславу поступил важный звонок от Никиты Буянова по разработке EFT, я попрошу вас написать в комментариях, был ли это все-таки звонок от Никиты, или же просто позвонила любимая жена. А также поставить лайос и оформить подписочку на канал. Всем приятного просмотра. Где противник? Где противник? На ГС. Мне кажется, на заправке. Да. Заправки? На заправке. Ребятушки, где вы? Я пришел. Мы на месте. Вот вам граната! Отправляюсь на Луну! Какая зарядка красивая. Я прям кайфую. Тут Трупенский. Тут Трупенский, пацаны. Добил контрольную голову. 60-ку просто в меня уфсандохал. Чё ж ты гранаты не кидал, алло? Чё ж ты, братан, гранаты не кидал? Ну, граната, лети! Сука! Так, что тут у нас? Ну-ка, снимай штаны. Ай, больно в ноге! Видишь? Юсика. Нет, и я не вижу. А он есть. Посадки знает, молодец, по окнам прыгает. Вы что, разорок, поставим? Беги отсюда! Сука. Нормально, нормально. Сука, вы понимаете, в чем дело? Я подхожу, слышу, кто-то шумит. И тупо такой, кидай гранат туда. Вох, у меня был один. И типа взорвал. Не, норм. Конечно же, чат, конечно, вы бы отыграли гораздо лучше, чат. По-любому вы профи игры, и вы бы отыграли лучше всех. По-любому, чат. Это даже не обсуждается, уважаемые. Бесспорно, ребят, вы бы лучше сыграли. Теплак, видите, ребят? Внизу. Это вот теплак. На старое, да? Братан, я иду к тебе, брат. Я иду к тебе. Подарок ты мой судьбы. Подарочек мой. Спасибо, братан. What? Испугались? Обоссался. Вот это было хорошо. Пацан сгорел, все. Пацан отправился, короче, это. Тупо горит.
Уф. Да ладно. Пора на выход, пацаны. Вот это сейчас там парень сгорел. Там сейчас тушат, наверное, несколько машин пожарных его. Да. Дробаш-то уничтожитель. Ну вылезай! Устах не пись. Да, бегает. Я не думал, что их там двое, понимаете, на лестнице. Я думал, там один, их там двое стояло. Ты чё? Ну чё ты там ползаешь? Я ж тебя в погоне не оставлю. Я ж тебя найду, блядь. Блин, не палимся, а? Нам кошмарных тут еще не хватало. Острёмный Никит, ты знаешь? Надеюсь, я не помешал. Валить его. Вы знаете, кто я такой? Дробаш хороший. Вообще, ультима топ. Гораздо лучше, чем 153 проходить. Не, он, наверное, думал, что я как там зачкую там. Не буду принимать его. Пытаюсь уйти. А я наоборот, вы видите, на лицо пошел. Актеры. Кругом одни актеры, чат. Кругом одни актеры. Они, знаете, что еще офигели? Когда я по самолистке начал стрелять, я ж там два раза в типа попал. Там, наверное. Типа читак, вся фигня. Короче, силоботы появились, все, пора валить. Так, теперь, я понимаю, нам дробаш нужен, ну, глушок не нужен, правильно? Можно глушак убирать. Да, тихий калибр завершили, все.